Привет, друзья мои. Ну что, мы в Апексе снова. В этот раз я за Октейна. Так, пушечка-то пушечка, броньку бы. И можно было... What the f... Да боже мой, как выдохнуть? Просто закипел мозг, круто. Отлично, чувак все съел. Окей. Taking a moment to heal. Там вот открытая дверь, что-то нифига не нравится, не знаю, посмотрим. Вроде ж не оттуда пришли. Здесь все тоже пронес. Ну хоть беленькая-то где-нибудь. Уф, ладно. Так. Па-па-па-па-па-па, 85-400, ну, вроде же должны играть. О, отлично. Ну, пока так, пока выбора-то особо нету, будем так бегать. Что опять? Господи. Wait, we will rescue him. Все-таки занесу его на эту горку, потому что ближе будет скатываться, да и не так опасно, что придут сверху. Ну, в принципе-то у нас неплохой старт, 5 фрагов. It's okay, we try to help you. Ну, чувак понимает, что что-то у него не заходит игра, но вроде же 80 фрагов сделал, как-то что-то играет. Так, ну мне пока не очень нравится наш сетап, очень мало патронов. Это капец. Он один? Нет, он нифига не один, он вообще ни разу не один. Мне надо хоть какой-то пушки, потому что, ну, закончились патроны, и чё? Буду с флотланом бегать пока. Так.
На, дружище, Хавиама. Собирай хоть сколько-нибудь. Один зарядов еще. С запасиком так. Самое интересное, что где-то еще один. Из этой братьи. Ладно. Мы как бы не в зоне. Жестко не в зоне. Так что... Опа! А, нет, показалось. Вот это вот блядские шарики, я подумал, что... Ладно. Нам еще надо лутаться, лутаться, лутаться. Во-первых, у меня прицелы не очень хорошие. Да и лут сам по себе... А. Были во все, ясно. Take shoots. Giving my shields a recharge. А там вроде бы не были, это хорошо. Бейте в пень! Ну, давайте повоюем, конечно, надо же воевать. Да, ненавижу... Этот прицел! Я не вижу, куда стреляют! Да ёп! Спасибо. Ня, как я эту точку ненавижу. Да и вообще тяжело иногда заходит с этим, но с этим прицелом... Самый мой нелюбимый прицел в игре. То есть видишь, что цель примерно в кружке, а вот попасть в нее реально тяжело. Хрен знает почему. Так, ты где? Хоть что-то есть, в принципе, нормально. Только вот где был? Где-то прямо у нас близко. We have to go. Enemy on me. And they're not here to sell me chickens. Scanning the area. Enemy spotted. Way out there, like little cucarachas. We got trouble really close. Чё, ты странно как-то, дружище, сидел? Окей. Behind us, one behind us. Воу-воу-воу!
Надо запушиться. А где он? Найс. More enemy, more enemy. Reloading. 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 Down the hostile and Scotty. Reloading. Reloading. Room closing. Use the mess. Charge the machines. Took out the hostile. Да, блин, ну упор, вот обожаю эту пушку. Казалось бы, да, уже, ну, то есть, промазать нереально, и я умудряюсь промазать. Ой, ты, боже мой, здесь один с фрагов бы было. Ладно, фраги это вторично, главное сыграть хорошо, но флейтлайн это... Меня иногда просто удивляет своим паттерном стрельбы. В общем, интересные косяки получаются. Я вроде бы как и хорошо играю, да, а вот иногда такие крабовьи всякие фичи вылазят, что просто бух. Три отряда всего, ну, то есть два. Ага, все понятно. Да-да-да. А, это дроп, это не... Окей. Там слегка поджали, кстати, этих ребяток. We need to push while they fighting. Nice play, team. Ну, друзья мои, ну это было насыщенно. Прямо вот... Конечно, должно было быть 12 фрагов, грубо говоря, даже 13, наверное. Ну, это, опять-таки. Главное, мы хорошо сыграли за Octane. Что у нас? А Bloodhound, знаете, тоже... Неплох. Ну что ж, друзья. Только что роботик оказался, ну, спорненьким. Но он сам признавал, что он достаточно плох, поэтому серия, я думаю, вам понравилась. Услышимся в следующих. Пока.